В Беларуси упростили правила продажи древесины физическим лицам. Указ сегодня подписан президентом. Прежде граждане могли покупать лес по цене предприятия-изготовителя только в лесхозах страны. Сейчас в перечень продажи на выгодных условиях добавили организации системы управ делами президента, например, национальные парки. Это значительно расширяет географию реализации леса на выгодных условиях. Многим белорусам не нужно будет ехать сотни километров до ближайшего лесхоза, чтобы сэкономить на покупке. Рентабельность таких продаж для заготовителей составляет всего лишь 5% от себестоимости деловой древесины. Катерина Крутолевич продолжит. Новый документ сделает строительство домов проще, написал сегодня информационное агентство, ссылаясь на подписанный вечером президентом указ 323. Он внес изменения в документ о ведении лесного хозяйства и реализации древесины. Как это будет работать для людей, сейчас объясним по пунктам. Самое главное и существенное изменение в списке мест, где человек может напрямую купить древесину, теперь будут не только лесхозы, но и национальные парки. Официально они называются юридические лица, входящие в систему управления делами президента. Почему приняли такое решение? В Министерстве лесного хозяйства объясняют. Пришли эволюционно. Пример. Люди строят дом и хотят, естественно, купить лес. Живут возле Припятского нацпарка. И взять древесину логично, хотя там же не в лесхозе. Не переплачивая за доставку и логистику. Если раньше, чтобы купить в нацпарке лес, нужно было участвовать в биржевых торгах, то сейчас механизм будет тот же, что и при покупке в лесхозе. А значит, в первую очередь, дешевле. Сегодня такая цена колеблется в пределах от 70 до 100 рублей, в зависимости от диаметра. То есть, по сути, это практически в два раза ниже, чем сегодня составляют биржевые котировки на Белорусской национальной товарной бирже. Для того, чтобы получить эту древесину, необходимо, в первую очередь, она выделяется по конкретным целевым назначениям. Первое – это для строительства жилых домов и надворных построек. Для этого должен быть определенный пакет документов. По сути, процедура полностью регламентирована, и все ее понимают люди. Не нужно никуда ходить по нескольким инстанциям. Все это осуществляется буквально на территории лесхоза при обращении человека к нам. И буквально в течение дня все это можно оформить. Сосна и ель – самые популярные, максимум, который выделяют по льготной цене – до 70 кубометров на каждый объект строительства. Например, дом и баня раньше считались вместе, теперь будут по отдельности. Для тех, кто сомневается в достаточности объемов, 70 кубометров древесины легко хватает на стандартный трехкомнатный дом. Директора нацпарка за такую инициативу обеими руками. Например, в Припятском растут 22 вида деревьев. Вообще 75% территории парка – лес, и расстояние здесь весомое. Мы связались с генеральным директором, чтобы получить оперативный комментарий. И получилось, что самый оперативный документ был опубликован прямо во время разговора. В среднем цена будет от 35 до 70 рублей, в зависимости от сортности и диаметров. Хотелось бы спросить, в каких объемах вы можете продавать древесину, в каких цифрах здесь может идти речь? Площадь национального парка Припятский 85 тысяч гектаров, но при национальном парке Припятский есть экспериментальное лесоохотничье хозяйство, Лопляскочи, территории 120 тысяч гектаров, и вот на этой территории мы производим заготовку древесины. Мы расположены на территории 4 административных районов, и это облегчит условия приобретения древесины данным населенным пунктам, расположенным на нашей территории. И таких нацпарков и заповедников в Беларуси 7. Кроме Припятского, Браславские озера, Беловежская пуща, Березинский биосферный заповедник, лесохозяйственные учреждения, Тетеринское и Красносельское. В общем, древесина есть. В лесхозах к такому развитию событий отнеслись тоже позитивно, не думают, что у них спрос упадет. Например, Логойский лесхоз – один из самых популярных под Минском. Едут за древесиной и для строительства, и для текущего ремонта. За прошлый год продали населению 2280 кубометров. А вообще лесхозы пошли еще дальше. Теперь предлагают людям по тем же льготным ценам не просто древесину, а уже готовые дома. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 10 раз. Весь 2023 год к нам обратилось чуть более 1000 человек с соответствующими заявлениями, которые были удовлетворены. Этот объем составил где-то порядка 19 тысяч кубометров.
А уже за первое полугодие 2024 года обратилось около 640 человек, и этот объем составил 14,1 тысячи кубометров. То есть спрос населения постоянно растет. Глобально речь о том, чтобы лес шел к белорусам напрямую, шла еще два года назад. Делать жилье максимально доступным – долгосрочная стратегия нашей страны. В 2022-м тоже указом президента физлицы смогли покупать деловую древесину в тех самых лесхозах. Александр Лукашенко тогда логично и понятно все объяснил. Леса моря. Порой мы не успеваем его переработать, а если переработали, распилили на доску, бревно я запретил вывозить, и вывезли за границу, немцы делают мебель и у нас продают, к примеру, или поляки. А наши люди бешеные деньги должны платить за то, чтобы дом построить, деревянный дом. Решение, правда, помогло разгрузить чек постройки жилья не только в сельской местности. Простой, эффективный способ сделать свое доступнее. Механизм с лесхозами сработал, сейчас подключатся нацпарки. Это значит, построить дом в Беларуси действительно станет проще. Катерина Круталевич, Алексей Мартиненок, Екатерина Тихомирова, Наталья Игнатенко, Александр Мурашкин, Ольга Онищенко и Александр Могучий, агентство «Теленовостей».